И всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами я, Даня. И сегодня я покажу, как же подключить Денди на старый телевизор. Вот у нас Денди, она называется Super X-Drive 16 бит. И покажем, как ее подключить к старому телевизору. Сначала мы должны включить телевизор. Гениально! Вот и у нас включился телевизор. У нас тут идут смешарики. Как всегда, круто, прикольно. Хорошее начало. Итак, что же мы должны сделать, чтобы переключиться на, как сказать, ну, чтобы выключить ТВ и переключиться, чтобы подключались какие-то другие приставки, там все такое. Ну, чтобы у вас синий экран появился. У нас будет черный, мы это проверяли, так что все. Так, мы должны сделать, вот у нас есть меню, все такое, вот нажимаем на меню. Вот у нас высвечивается такая, как его сказать-то, настройки, там все такое. Опускаемся, и мы вот видим вход, видите, вход написано. Мы вот так нажимаем на другую кнопочку. У нас насвечивается потом. Вот у нас тут ТВ включено. Мы вот так делаем. И спускаемся и нажимаем все. Вот у нас другая сторона включилась. И мы убираем это все. Что дальше надо делать? Что? Сейчас мы быстро калю. Что надо дальше делать? Мы берем Денди. Вот он. Ну, как сказать, Денди, но это не Денди, это Super X-Drive, но я называю это Денди, потому что это старая приставка. Чтобы там играть старые игры, которые играли в 90-х. Мои там прабабушки, там ваши прабабушки и дедушки. Наверное, у вас такие есть приставки, у ваших родителей, я не знаю. Ну, короче, есть, ну, бабушки там, может быть. Ну вот, вот у нас под приставка, мы должны ее подключить. Нас сейчас оператор возьмет камеру. Так, вот что нам надо сделать. Берем вот этот Денди и надо взять провод, который подключает к... Вот у нас блок там, вот он беленький. И надо его подключить к Денди. Да, блин, как назвать? Ну, приставки, короче, к старой приставке. Мы это включили, теперь надо включить вот это, чтобы подключить к телевизору. Вот мы подключили, у нас есть тут два разъема, ой, два провода, которых надо сунуть. Вот у нас тут есть... Два разъема, тут желтенькая и беленькая, как у нас на проводе, вот. Тут написано видео и аудио. Наверное, на камере не будет видно, так что, извините. Вот мы суем это сюда на видео желтое, а это аудио. Вот все мы сунули. Вот у нас уже вставлен диск, так что мы, несмотря, будем вот так включать. Вот, смотрите. Включаем. Включаем. И вот, у нас включается вот такая... Платформа, как сказать-то, включается меню игр, короче, вот так. Вот у нас, вот приставка у нас все включилось. Теперь надо сунуть джойстик, ну, это вот так обычно, вот сюда мы суем, вот внизу есть. Мы сунули, включили, и теперь можно управлять. Вот, мы управляем. И там можно любую игру какую-нибудь включить, например, там вот это. Например, что можно включить-то? Я не знаю. Ну, например, вот, пятая. Ну, вот, нажимаю. Все, у нас включилась игра. Sega. Все, что-то такая фигня. Ну, если вам понравился такой видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. С вами был, как всегда, Даня. Всем удачи, всем пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.